Каким будет бюджет Польши в 2023 году и как это отразится на нас всех? Как не стать нелегалом? Советы профессионала. Отношения поляков к украинцам. Что изменилось? Здравствуйте! Вы смотрите Profi Personal News. Полезные новости Польши. Как будем жить в новом году? Сохранится ли заморозка цен на уголь и электричество? Будут ли платить пособия? Как изменится положение беженцев? Семь Польши принял бюджет на 2023 год. Он включает рекордные расходы на оборону и здравоохранение. Кроме того, принятый бюджет гарантирует реализацию важнейших социальных программ правительства. В частности, программ 500+, 13 и 14 пенсии, налоговые льготы, пособия и антиинфляционные щиты. В следующем году будут продолжены в частности субсидии на уголь и замораживание цен на электроэнергию и газ. Также СЕМЬ принял поправки к Закону о помощи гражданам Украины. Прямо сейчас подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить эту важную информацию. Ведь в 2023 году изменится порядок выдачи карт по быту, субсидий на жилье, порядок финансирования образования граждан Украины в Польше и многое другое. Через несколько дней расскажем обо всем подробно. В прошлом выпуске Profi Personal News мы говорили о нелегалах. Напомню, что речь шла о проверке, которую польские пограничники провели в одном из воеводств. Результат неутешителен. Нелегально работали 1300 человек. Теперь их ждут штрафы и депортации. Мы получили ваши сообщения и комментарии с вопросом, как можно обезопасить себя от подобных ситуаций и не нарваться на депортацию. Как проверить, надежный ли работодатель? Мы попросили рассказать Наталью руководителя отдела легализации компании Profi Personal. Я могу назвать несколько факторов, на которые стоит обратить внимание. Первый из них это, как долго Агенция труда находится на рынке, поскольку опыт играет огромную роль в этом вопросе. Следующий показатель- это ведение социальных сетей и живые отзывы написанные настоящими людьми, а не роботами. Еще один из таких показателей- это само отношение сотрудников Агенции труда к возникающим вопросам и помощь в их решении. Важный момент — это когда в компании, где вы работаете, есть отдельные люди, которые будут заниматься всеми вашими документами, а именно карты побыта. У нас э, в Profi Personal есть целый отдел подготовленных специалистов, которые вам помогут решить любые возникающие вопросы. Есть два основных документа, которые должны быть у сотрудника. Это первое — разрешение на работу, второе — это договор, подписанный сотрудником. В нашей компании Profi Personal мы следим за тем, чтобы все документы были в порядке. Наталья, спасибо. Если у вас есть вопросы о легализации, пишите в комментариях к этому видео, и наши специалисты обязательно вам ответят. Уровень принятия украинцев поляками остается также высоким. До войны отношение поляков к украинцам было положительным, но после войны уровень принятия их близкого присутствия повысился. Поляки считают своих восточных соседей похожими на себя, говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале ⁇ Наука ⁇ Польской академии наук. Согласно данным исследованиям, более 90% поляков готовы принять человека из Украины в качестве соседа и даже члена семьи. 94% респондентов готовы взять выходцы из Украины на работу. Международная компания Profi Personal предлагает десятки вакансий в различных регионах Польши. Позвоните нашим рекрутерам и подберите вакансию для себя. Вы смотрели Profi Personal News – полезные новости Польши. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить актуальные вакансии, а также новости Польши.